Заботливые руки и белые халаты. В любое время суток врачи спешат куда-то. И взрослые, и дети прекрасно понимают, профессии на свете важнее не бывают. Я врачом, наверное, буду. Стану я лечить людей. Буду ездить я повсюду и спасать больных детей. Так началось само мероприятие, подготовленное сотрудниками библиотеки ко Дню врача. В этом году Международный день врача совпал с Днем всех тех людей, которые, несмотря на свой солидный жизненный опыт, сохранили бодрость духа и оптимизм. Вечер прошел по благословению митрополита Тульского и Ефремовского Алексия. В зале собрались доктора и медсестры, священнослужители, студенты и школьники, будущие медики, постоянные читатели библиотеки. Вместе вспомнили известных в городе врачей, настоящих профессионалов своего дела. К сожалению, их уже нет с нами, но память о них будет вечной. Такими в нашем городе являются Мария Харькова, Ирина Высоцкая, Нина Гремячева и Любовь Хомякоева. Это поистине золотой фонд здравоохранения земли Тульской. В память об этих прекрасных женщинах-медиках в храм Тульской областной детской клинической больницы будет передана икона Божьей Матери Всецарицы. По преданиям, эта икона помогает больным исцелиться. Имена узловских врачей будут внесены в синодик, книгу памяти с записями имен усопших. И на каждой службе священник храма будет поминать наших земляков в своих молитвах. А перед этим образом, переданными благодарными узловчанами в храм, будут молиться медики, дети, а также их родители. Врачи – это люди, которые каждый день спасают наши жизни, и чей ежедневный труд и забота о здоровье пациентов, и чья неоценимая помощь нужна постоянно, как в будни, так и в выходные. Каждый из них занят своим делом. Кто-то выбрал поистине божественную стезю и способствует рождению новой жизни. А кто-то, забывая про сон, оперирует часами и тем самым дарит вторую жизнь. У каждого своя задача, свои инструменты, таблетки, капли, уколы. Но всех врачей объединяет одна главная цель. Они трудятся во благо нашего с вами здоровья, помогая укрепить его. Поэтому Международный день врача – это лучший повод, когда можно всех вас поздравить и поблагодарить за самоотверженный труд. Врачевание, лечение всегда было женским занятием. С древнейших времен женщины оказывали лечебную помощь, накапливая и передавая следующим поколениям жизненно важные знания и навыки. Для всех собравшихся сотрудники библиотеки подготовили интересные истории и кинозарисовки об истории медицины, о том, как некоторых медиков считали шарлатанами и ведьмами. Так уж случилось, что официально свои двери медицинские вузы открыли для женщин только в 19 веке. Ровесницей века можно назвать Марию Харькову, организатора терапевтической службы Узловской городской больницы. Заслуженный врач Российской Федерации, участник Великой Отечественной войны. В 1944 году ее фронтовые заслуги были отмечены орденом Красной Звезды. Больница для нее была вторым домом. Она дневала и ночевала в обверенном ей отделении, сама лично выхаживала безнадежных больных. Свой богатый опыт и знания, свою любовь к профессии Мария Ивановна щедро передавала молодым коллегам, врачам и медсестрам. Добрая, умная, благодарная. Так отзывались земляки о враче-рентгенологе Ирине Высоцкой. Фамилию Высоцких в Узловой всегда произносили с уважением. Прежде всего, это было связано с именем Вениамина Николаевича, отца нашей героини. В далеком 1935 году врач Высоцкий был направлен на работу в железнодорожную больницу станции Узловая. Он сразу же полюбился узловчанам. Окончив институт с отличием, Высоцкая уже навсегда связала свою жизнь с нашим городом и городским здравоохранением. В память об уникальных врачах нашего района на вечере звучали песни, мелодии, которые исполнили наши творческие земляки. Терапевтическое отделение Центральной районной больницы. По коридору легко и стремительно идет стройная женщина в белом халате. Это врач-терапевт Нина Гремячих. Всегда собранная, в хорошем настроении, так о ней вспоминают ее коллеги по работе и пациенты. Она одна из тех, кто в трудную минуту, сконцентрировав арсенал памяти, сделает все возможное, а порой и больше. Нельзя рассказать и о Любови Хомяковой. Интеллигентнейший, добрый, порядочный человек, прекрасный врач, строгий, но справедливый руководитель. Она, к сожалению, рано ушла из жизни. Ей не было и 50,
власти, но сделать она успела многое. С 1977 года в течение 25 лет она добросовестно трудилась в Узловской центральной больнице. Прошла путь от участкового врача до заведующей терапевтическим отделением поликлиники. Все эти люди жили рядом с нами, лечили наших родителей, дедушек, бабушек. Они были настоящими мастерами врачевания, людьми с большой буквы, имели обширное знание, большую душу, неиссякаемую любовь к своей нелегкой профессии. Любили людей и свое дело. Глядя на подрастающее поколение, на студентов медицинского училища, многие из которых мечтают посвятить свою жизнь медицине, стать отличными докторами и медицинскими сестрами, можно с уверенностью сказать, что Узловая будет, как и прежде, гордиться своими талантливыми медиками. Поклонимся врачам за их святую миссию, за их огонь неистовый, который светит нам. Жанна Ситкалили, Прокудин, телекомпания «Каскад».